Быстрый, легкий и простой салат с капустой, огурцами и кукурузой. Чудесный вариант для весеннего и летнего меню, который обязательно придется вам по вкусу. Запоминайте и повторите. Заправлять такой салатик лучше всего сметаной или небольшим количеством растительного масла. Утяжелять его майонезом не стоит. Кроме основных ингредиентов всегда можно добавить самую разнообразную зелень. Капуста, 1/4 штуки. Огурец, 1 штука. Кукуруза, 5-6 столовые ложек, консервированная. Сметана, 3-4 столовые ложек. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Зелень, по вкусу. Количество порций, 4-6. Подготовьте ингредиенты. В глубокий салатник нашинкуйте капусту. Тонкими ломтиками нарежьте огурец. Добавьте консервированную кукурузу. Если под рукой есть свежая кукуруза, можно использовать ее. Я также добавила измельченную зелень и листья салата. Заправьте сметаной, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте. Перед подачей салатик можно дополнить кунжутом. Приятного аппетита!